в 100% случаев все люди и всегда, хотя обычно я стараюсь избегать таких вещей, реагируют не на то, что есть, а на то, что было, и на то, чего никогда не будет. Это очень важная формула. На этом ретрите я научу вас тому, как можно реагировать, как можно научить себя реагировать на то, что есть. И поверьте, ваша жизнь с этого момента будет совсем иной, совсем другой.